Очередной рейд по выявлению нарушений в правилах парковки провело Управление транспорта и связи администрации округа. Подобные проверки проходят еженедельно в ночное время. Дело в том, что движение грузовых автомобилей с прицепами, полуприцепами по городу запрещено. Более того, под запретом даже сам въезд в город. Однако штраф 500 рублей мало смущает водителей и владельцев большегрузов. В неделю сотрудники полиции составляют не меньше 20 протоколов за подобное нарушение. Коммерческий транспорт, который в дневное время по заказам ездит, грузы перевозит, а в ночное время это зерновозы, это полуприцепы с тягачами. Ну, мы сегодня их увидим, я уже знаю, где периодически они становятся, периодически уже с ними даже знакомы с некоторыми. То есть это щебенку возят, песок возят, зерно возят. У нас достаточное количество стоянок для большегрузных транспортных средств, которые находятся в промышленных зонах города. Там со стороны Каплина, на Котле, со стороны Цемзавода. То есть есть стоянки, именно которые предлагают услугу, стоянки большегрузного транспортных средств. Каждый норовит оставить машину поближе к дому, паркуя авто подчас нарушения всех правил. Вторая беда после большегрузов – это парковка личных автомобилей в заездных карманах остановок общественного транспорта. Основной причиной нарушения владельцы называют нехватку мест во дворах.